Здравствуйте, я Огузхан Джан, я студент 4 курса отделения электрической инженерии и электроники факультета инженерии университета Памуккале. Я здесь, чтобы представить команду по стрельбе. Команда по стрельбе из лука была восстановлена в 2021 году, чтобы иметь возможность участвовать в межвузовских соревнованиях. Мы проводим наши собрания на спортивных площадках, принадлежащих Министерству молодежи и спорта, расположенных рядом с нашим университетом. Поскольку отбор в новую команду еще не состоялся, в настоящее время у нас есть 2 активных члена. В течение семестра число наших активных членов увеличивается до 16. Обычно проявляют интерес студенты первых и вторых курсов. Мы тренируемся по 2 часа 3 раза в неделю. Кроме того, ежегодно проводятся межвузовские соревнования, в том числе на открытом воздухе и в зале. Самое масштабное мероприятие, которое мы проводим в течение года, это межвузовские соревнования. Наше сообщество открыто для всех, кто хочет присоединиться. К нам в команду могут вступить студенты, которые открыты для развития и прогресса и готовы регулярно посещать тренировки. Стрельба из лука способствует устранению нарушений осанки тела, помогает в преодолении стресса, улучшает сосредоточенность и решает проблемы с концентрацией внимания. Я желаю успехов друзьям, которые будут сдавать экзамен. Университет Памуккале, который обладает крупнейшей спортивной площадкой в Турции, ждет вас. We'll be right back.